Для меня 9 мая и День Победы – это прежде всего семейный праздник, потому что, начиная с самого детства, нас с братом, наш дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, водил на парад Победы на площади Ленина, где мы смотрели на стройные ряды солдат, военную технику, восхищались и уже тогда понимали, что это очень важно и нужно для нас. Ну и потом уже с возрастом я осознал, что та большая жертва и тот большой подвиг, который совершили наши предки, это самое, наверное, важное, что есть в нашей стране, потому что без того, что отдали наши родные тогда, десятки лет назад, не было бы нас на этой земле. 9 мая – это великий день, и мы всегда помним и гордимся.